Так, дорогие мои друзья, я имею честь оставить отзыв о школе Никиты Бурлакова, школе гипноза и слиперства, в которой я училась, в которую я пришла и прошла обучение. И сейчас я стараюсь вам рассказать, как это было замечательно. Вот. И начну с того, что почему я решила прийти на курс к Никите Бурлакову. Ну, это произошло, как я говорю, случайно, не случайно, потому что случайностей в нашей жизни, как мы знаем, не бывает. Давно у меня был запрос на эти знания. Меня всегда интересовал выход из тела, меня интересовало слиперство, меня интересовал астрал, как туда выходить. Но все знания, которые я находила или с кем я разговаривала из людей, не могли мне дать каких-то конкретных знаний. Вот. А поскольку я люблю все-таки более конкретные знания, правильные и безопасные, и структурированные, вот не могла найти сразу такое решение для себя. И, как обычно бывает, случайно, не случайно, я в интернете, сейчас даже не могу точно вспомнить, где. Мне кажется, что, скорее всего, в Ютубе. В Ютубе просматривала там своих любимые свои каналы. Вот, и, скажем так, наткнулась на эту рекламу. И как-то она меня сразу привлекла. И уже поскольку был, скажем, прокачанный канал ясночувствования, я почувствовала, что именно сюда мне и нужно. Я очень хотела попасть на этот курс, и слава Богу, что это случилось. Мало того, что настолько сильно я хотела попасть в эту школу, что на вебинаре, на котором Никита сам лично рассказывал, как будет проходить обучение в школе, я выиграла. То есть это как подтверждение, что да, действительно, когда мы очень чего-то сильно хотим, мы всегда это получаем. Я выиграла сеанс, который, мне кажется, что он традиционно разыгрывается на таких вебинарах предварительных. Сеанс с выпускниками школы. И это было вообще очень интересно. Во-первых, у меня появилась возможность. То есть я, во-первых, проверила свою интуицию, да, то есть я четко поняла, какую цифру загадали. Ответила самый первый, вот результат. А в итоге я еще и познакомилась с ребятами, которые уже закончили эту школу. То есть и у меня было прямое, непосредственное общение, где можно задать вопросы, спросить, а как, а что. И я вам хочу сказать, что те ребята, которые мне делали вот этот благотворительный выигранный сеанс, они мне все в один голос сказали, что школа классная, иди, не сомневайся. Ну, сомнений у меня, конечно же, не было, но бодрости и храбрости мне, естественно, это придало. Вот. И что еще хочу сказать? То есть, поскольку был вот такой запрос, ну, как бы и я получила все знания, да, которые я хотела, то есть когда я пришла, во-первых, ну, была определенная сложность с поиском финансов, но мне очень хотелось пойти именно на VIP-курс, потому что знания, ну, это не крестиком вышивать, то есть здесь, конечно же, мне хотелось получить эти знания по полной программе, ну, и на VIP курсе, да, но на VIP-группе, скажем так, да, то есть была очень хорошая поддержка, замечательные кураторы, то есть я так понимаю, что и кураторы привлекаются там самые лучшие из лучших, хотя от всех других учеников слышала, что у всех были хорошие кураторы, всем очень понравилось, все было здорово, но, видимо, у нас были, может быть, кураторы более опытные, это было вообще замечательно. Изменил ли курс мою жизнь? Ну, да. Мне кажется, как никогда. То есть обычно девочки говорят, вот при рождении ребенка, да, жизнь меняется на до и после.
разделяется, вернее. Так вот здесь у меня тоже жизнь разделилась на до и после. То есть за это время, за время прохождения курса, мы все получили такие колоссальные знания. Это было так здорово, то есть это, скажем так, я всегда очень интересовалась, да, там, какой-то эзотерикой, или там физикой сознания, там еще какие-то. Но то, что мы получили здесь, и то, что мы узнали, это, ну, это просто незабываемо. И не могу не отметить еще тот факт, что встреча на курсе происходит с такими интересными людьми, потому что, ну, представляете, живет уникальный человечек, да, интересуется такими знаниями и встречается с этой рекламой, находит в душе отклик, идет на этот курс, и вот мы здесь собираемся вот все такие. То есть вот встретить и найти в жизни таких людей достаточно сложно. Ни в чатах, нигде. То есть здесь можно встретить просто единомышленников, друзей. Ну, это просто все уникумы собираются в этой школе. И очень приятно было, кстати, тоже хочу поделиться, что Никита сам лично проводил нам уроки, отвечал нам на вопросы. То есть была поддержка с его стороны. То есть школа уже достаточно большая. И, как правило, бывает такой момент, что основатель школы уже все меньше и меньше имеет возможности общаться со своими учениками. Но не в этом случае. Никита всегда с удовольствием поддерживал, всегда отвечал на все вопросы. Иногда даже на не очень умные вопросы, но все равно у него была такая прекрасная улыбка на лице, что вот она просто покоряла тем, что смотришь на него и думаешь, действительно, человек проработан по всем параметрам. И у такого человека учиться действительно очень приятно. Хочется тянуться вот к этому светлому такому состоянию безусловной любви ко всем ученикам. Вот, поэтому это, конечно же, очень приятно. И мы на курсе реально практиковали, то есть я практиковала. То есть у меня были погружения. Самое такое интересное погружение было первый раз. Естественно, есть сомнения, есть какое-то недоверие к тому, что да как это может быть, да этого, ну, то есть сомнений много, в общем. Вот. И когда нам говорили, что мы за полтора месяца освоим эти знания, тоже были сомнения и очень большие. Но любопытство, стремление к знаниям, оно, естественно, помогло. И когда мы делали первое погружение, это было, конечно, очень интересно. Столько эмоций. Соответственно, мы погружались и как слиперы, и работали как гипнологи. Выучили все. Там очень замечательная индукция для погружения, которую мы, общаясь между собой, до сих пор всегда цитируем каждую там фразу, и всем все сразу становится понятно, как это. Вот. Поэтому, ну, сколько у нас было, 12 модулей, то есть, ну, погружение у нас было, наверное, я думаю, что в два раза больше. Вот. И сами погружались, и других грузили, и уже начинали делать интересные работы. Когда первый раз сталкивались там с сущностями, тоже было очень интересно. И у кого-то был страх, у кого-то был восторг. Но, тем не менее, то есть нас научили, как нужно экологично относиться к этим знаниям, которые нам дали, и как бы, как этим пользоваться. Самое главное, с позиции безопасности, да, то есть когда мы учились, там, первым делом мы учили индукцию выхода из гипноза, а потом уже учили индукцию входа. Поэтому, скажем так, Никита, как основатель школы, просто молодец, то есть все продумано, все предусмотрено, видно, что у человека огромный опыт, и он его передает. То есть это учиться у таких людей — это вообще большое-большое счастье. Ну, хочу, наверное, отметить такие моменты. Ну, много еще и смешных, таких радостных
было моментов, да, то есть где мы смеялись, и, наверное, не буду пока рассказывать, то есть вот если вы пройдете, например, обучение в школе, вас добавят в чат выпускников, где мы все общаемся, где мы все обмениваемся информацией, делимся опытом. Вот, там, наверное, уже это будет уместно как бы поделиться, но смеялись иногда до слез, то есть и всегда вспоминали песенку «Сделать хотел козу, а получил грозу», ну или наоборот. Я хотела бы порекомендовать этот курс вообще всем людям, которых интересуют знания, но не просто интересуют знания там, о мироустройстве, да, о гипнозе, о слиперстве, о гипнотерапии, а всем тем, кто хочет получить именно качественные, структурированные, выверенные знания. Вот, в принципе, курс подойдет для всех. Я думаю, что его можно пройти как просто познавательный, потому что это очень интересно, очень увлекательно. Ну и, соответственно, если вы хотите получить вообще новую профессию, даже не сомневайтесь, что у вас это получится. Получается у всех, абсолютно у всех. То есть и кураторы, которые работают на курсе, они всегда вас поддержат, они всегда вам дадут рекомендации, буквально прям за ручку вас проведут, и все у вас получится. Я с огромным удовольствием записываю этот отзыв для любимой школы Никиты Бурлакова. Меня зовут Анастасия Лерих, если я забыла об этом сказать в начале. И благодарю всю школу, всю поддержку, всех кураторов, всех, ну и, естественно, Никиту лично. Благодарю, я счастлива, что училась в этой школе, и сейчас я гипнолог, слипер, гипнотерапевт и стала на новый счастливый для себя путь.